Привет, мой друг. Ты успел купить себе гитару и даже освоил пару-тройку аккордов. Ты, наверное, даже выучил пару соло, посидев над табами из Guitar Pro. Но вот беда. Они подходят только под то сопровождение, которое там играет. Может быть, ты успел пройти несколько видеошкол из серии «Сейчас я сыграю этот пассаж медленно». А теперь я сыграю этот пассаж быстро. Но и это не позволяет тебе свободно играть под минусовки. Заученные пассажи, за редким исключением, совершенно не ложатся на сопровождение. Получается абсурд. Или же ты зазубрил и играешь гаммы и арпеджио со сногсшибательной скоростью. Но это тоже не музыка. Это такой вид спорта, за который, кстати, ни призов, ни наград не раздают. Что же делать? Ты боишься выходить с гитарой на сцену. Не чувствуешь свободы. Тебе страшно, если в знакомой тебе аккордовой последовательности вдруг что-то изменилось. А если тебя позовут играть в группу, ты можешь себе представить, чем закончится первая же проба? Даже если ты разучишь парочку соло, вдруг на концерте что-то поменяется. Или же вы решите сыграть с кем-нибудь импровизационный джем? А ведь ты совершенно не умеешь импровизировать. Без владения основами импровизации нет свободы. Тебе нельзя выходить на сцену. Тебе закрыта дорога в мир элитных музыкантов. Тебе никогда не стать героем рок-сцены. Но только представь, что всего через пару недель ты будешь с уверенностью брать свой инструмент и легко играть под любое ранее неизвестное тебе сопровождение, обыгрывая мелодию и сочиняя ее на ходу. Только представь, на тебя с восхищением будут смотреть твои сверстники, тебе будут завидовать другие гитаристы, а девушки будут считать тебя привлекательным. Ты почувствуешь небывалую легкость и свободу, а музыка так и польется из-под твоих пальцев. Так возможно ли это? Тебе, и только тебе, неслыханно повезло. Тебе не придется годами высиживать драгоценный опыт импровизации и терять драгоценное время, пока другие собирают свою порцию денег и славы. Тебе не нужно осваивать нудные основы теории музыки, раскладывать и складывать ступени, вычислять аккордовые последовательности и терять голову от обилия запутанной информации. Мы, Михаил Русаков и Роберт Шадрин, гитаристы, чей общий стаж игры превышает 40 лет, дадим тебе суперконцентрат из нашего опыта. Всего за 5 уроков мы покажем и расскажем тебе все основы. Ты получишь ясную логику и увидишь путь для дальнейшего развития. Ничего сложного. Никаких заумных терминов и изнурительных упражнений. Просто следуй нашим инструкциям. И ты заиграешь, как твой любимый гитарист. Даже нет, не так. Ты заиграешь, как ты сам, гарантированно. Следуя нашей уникальной авторской методике, ты ощутишь полную свободу, обретешь уверенность, получишь внимание, которого ты заслуживаешь. Сцена будет твоей. И самое главное, ты получишь весь этот бесценный материал совершенно бесплатно. Не тяни время, пока твои товарищи еще пользуются устаревшими видеошколами, подпишись на наш курс, обгони их и стань наконец-то настоящим героем рок-сцены. Введи форму ниже свое имя и адрес электронной почты и нажми на кнопку, и твоя жизнь изменится навсегда.